И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе 2. И сегодня мы пойдем по миссиям. Хотелось бы уже их закончить, знаешь, эти миссии. Погоня за схемой. Пробегите по лабиринту магистрали, чтобы установить контакт с корабельными зондами, пока они не находятся в диапазоне связи. Без понятия, что там будет, но давай пробежимся. Хотелось бы, кстати, так, патроны есть, бомбилюшка есть. Да, все есть, по сути. Еда, вода, все есть. Отлично, можно горцевать сразу же туда. На миссии. Хотелось бы сразу сказать то, что есть немаленький шанс, что после Генезиса я, ну, на какое-то время, возможно, пропаду. В каком плане? У меня отписал, просто я все равно так это оказываю. Опять прогружается все. Вот. То, что буду заниматься ремонтом, сколько времени это займет, черт его знает. То есть, ну, есть огромный шанс. Вот. Может получиться так, что я вот наснимаю видосы и типа все будет нормально, то есть как бы без проблем. То есть, ну, не получится так, что пропаду надолго и все в таком духе там будет там. Допустим, недели две пройдет и хоп, и уже видосы будут выскакивать. Ну, то есть, как бы, если я пропаду, допустим, на месяц, то, ну, как бы да. Потому что это будет у меня... Так, начинаем миссию. Это будет и работать я буду, и делать ремонт буду. То есть, все свободное время буду тратить не на видосики, а на... на ремонт. Вот. Всего-то, господи, здесь просто тупо гонка. И тогда ты можешь восстановить контакт. Да? Ну, погнали. Погоди. Ты что завис, гнида? Вот это прям мне не нравится. Да ядрёшь, типа, раз удышь. Ты сколько секунд потерял? Ладно. Ну, в любом случае, это гамма, так что это вообще насрать как-то. Ага. Отлично. А, по этим стенам он лазить может. Все понял. Что-то какая-то хрень, если честно, потому что ты типа у него дальность маленькая, а он это все равно не прыгает. Что-то погоди, я что-то не, я понятное дело, что я туплю, и как вариант нужно сделать вот так вот. Оп, отлично. Но все равно была хрень. Ладно, зато я теперь знаю, что он по этим стенам ползает. Я, кстати, да, до сих пор так и не научился цепляться. What the fuck? Господи, какая ж тупость! Какая ж тупость! Вот это постоянное моргание, синий цвет просто... Окей, допустим, погоди. А что нужно-то от меня? Требуется, ты чё? А! Господи, я это не увидел. Ну, вижу стрелка вверх, и все. Угу. Давай, да пошла в очко, тварь тупая, лучше заткнись нафиг и не беси меня. Понятно, здесь нужно в это упереться. Все, отлично. Ой, нет, прям очень. Мало того, что я на энфорсерах-то сильно-то и не тусил. Много. Угу. Отлично. Ну, я большую часть, по ходу дела, все равно буду так вот. Вот так вот буду бегать большую часть. Типа пешком.
Да чтоб тебя! Включил он супер скачок. Кстати, да, еще вот эта стрелка, прям у меня что-то это какая-то фигня непонятная. Времени почти не осталось. Ой, да завались ты, тупая тварь. Не беси меня нафиг. Ну, отлично. Знаешь, как дебил прыгаешь около стенки, а он не цепляется. Во, сейчас зацепился. Ай-яй-яй-яй. Теперь у меня потолок. Отлично. Что нужно? Делаем вот так. Ну, в целом понятно. Самое главное, знаете, что нужно сделать? Зайти в настройки. Найти настройки гаммы. И поставить, наверное, значение на 1. Для чего? Ну, чтоб не так сильно слепило. Прям вот этот синий цвет меня, он прям это... Прям в некоторых случаях с толку сбивал. Особенно, когда все сверкает, моргает. Ну, типа, камон, сейчас-то это понятное дело. Ну, сейчас-то ты, дебил, что зацепился? Отлично. У-ху! Экс, вот здесь вот эта тупость, надо будет сразу же делать. Я вот здесь дофига времени потеряю. Это факт. Ну ладно, это уже будем... ты чё, тупой, дурной? Ага, слушай, по идее я сверху мог и прыгнуть. По идее, но это не точно. Но, отлично. Да, это очень темно. Сейчас еще на улице как раз стало темно, но знаешь, вот этот синий цвет отвратительный, прям хотя бы не так глаза выедает. Отлично, но цеп. Это ёб твою за ногу, ты дебил. То зацепишься, то не зацепишься. Отлично. Отлично. То есть там вообще просто было мне непонятно. То ли наверх, то ли вниз, то ли что. Отлично, зацепился. Ну прям очень сильно было непонятно. А, вот теперь понятно. Теперь я увидел, что нужно было вверх. Заткнись, тупая тварь. Прям надо ее отключать. Она меня тут будет бесить сильно. Здесь просто дугой. Ага. Не, ну альфа-то я точно не пройду. Это прям... Тут очень много нюансов, и ты прям... Так, да, здесь, по идее, можно спрыгнуть тупо. Так, а теперь врубаем гамму. Времени почти не осталось. Завались, тупая тварь. Вот куда я тут должен прыгнуть так, чтобы... я понял. То есть вот так вот. Я ж отсюда грохнулся. То есть я не должен был грохаться, да, сюда? Я... Должен был... О, господи, еще эта камера дебильная, прям... Я ненавижу на них тусить, честно. Я ненавижу на них тусить. Прям они меня отвратительны. Вот Мегалани, вот это все, которые умеют ползать по стенам, мне вот это вот, когда вот так вот перекручивается, это... Я теряюсь.
И мне это очень неудобно. То есть это прям, дай бог, бетку пройду, прям честно. То есть вот здесь я прям конкретно затупил. Во-первых, непонятно, куда бежать. Я сейчас вот сюда упал. И что делать? Я вверх выпрыгнуть не могу. А во-вторых, оттуда я почему-то не могу через скачок прыгнуть. То есть вот он держится лапами, а через скачок я не могу зацепиться. То есть... Хрень. Пока что хрень. Еще раз попробуем. Так, давай попробуем еще раз. Сейчас попробую все-таки с яркости. То есть на 1.5 гамма. То есть здесь у меня 1, это вот 1.5. Все-таки на улице сейчас ночь, поэтому можно попробовать и... О, отлично, повезло. Вот самое главное сосредоточиться. Ты, блядь, серьезно? Он просто пролетел через нее, он ее не зацепил. Я и думал, какого фига это дерьмо не цепляется. Он просто через нее пролетел, но ее не зацепил. Ну прикинь. Ты дебил, цепляйся. Ёб твою ж за ногу. Твою мать. Ебать тебя в сраку. Ну это хрень. Ну это тупая фигня, это вообще не должно. То есть я, ты пёхнулся вот сюда, а это находится здесь, это не про канала. Но когда у меня над головой она вот находится вот здесь вот, я прохожу под ней, это работает. То есть просто это кусок блевотины. Почему меня это бесит? Потому что у меня сейчас будет игра зависать на выгрузке, на завершении миссии и так далее. Почему? Потому что... Ну, очень нестабильная карта. И игра в целом. Ну и еще я всегда повторял, повторяю, буду повторять. Пока прохожу эти конченые дебильные миссии, которые разрабы решили, что это... О, это клево! Нет, это, во-первых, не клево. А во-вторых, кнопка, конченная с рестартом, очень бы помогла. Вот прям очень бы помогла. Когда ты возвращаешься просто на старт, у тебя сбрасывается все, и ты возвращаешься на старт. Да, это было только было бы для локалки. Ну уж извините, у вас игра на прохождение, бляха-муха. Где? Точно сюда. Вот про это я забываю, вот честно. Вот про это я забываю. О, зацепился. Я вот здесь очень много времени теряю, поэтому как минимум вот это, из-за этого... Я альфу не пройду. А ведь было даже хорошо. Просто я думал, я не попал под нее. Ты сейчас серьезно, да? И это что за нахрен сейчас вот творится? Вот, понятно. Здесь просто можно пройти снизу. Охрененный лабиринт, когда у тебя есть это, альтернативные пути движения. Ну давайте это сделаем по прямой и просто расставим точки, чтобы человеку нужно было бегать. Ну это же лабиринт. Не пофигу, что нету стенок. Ну, видать, разработчики не знают, что такое слово лабиринт, и им нужно как, ну хотя бы, не знаю, статью на Википедии почитать. Ну так, для общего образования. А то это... А то я у мамы рукожоп, это уже к ним относится. Да, и вот сейчас пойдут эти перспективы. Ах, я это ненавижу. Ну, реально, я это ненавижу. Мне вот это вот. Еще боком я могу ползать, а вот кверх ногами это все. Это прям вот эта бесячая фигня. Да, привыкаешь как бы и все к этому, конечно, я не спорю, но это не отменяет того, что это бесячая фигня. А, то есть, по сути, мне нужно было вообще просто тупо туда падать и... я понял, типа, короче, надо туда падать и при этом, кстати, да, Хелену отключил... чтобы она меня не бесила. То есть сюда вообще нужно просто падать сверху и потом телепортироваться. То есть ты туда попадаешь в этот, и потом ты пехаешься. То есть вот так и вот так. Вот оно что, Петрович, ну окей.
Ну, здесь как-то уже попонятнее стало с третьего раза. Но, ну, понятное дело, что. У меня опять все зависло. Вот, и вот я про что говорю. Зависает. Кнопка рестарта вы избавляла бы меня, но она зависла. Сейчас просто она зависла на... Ну, где-то на минуту. Ёб твою ж за ногу, да пошли вы в сраку, ну честно. Вот за такие призы вы можете себе их в жопу, вот свернуть в трубочку и в жопу себе засунуть. Вот даже пытаться... Ой, у них все еще до сих пор все хреново. Ладно, бог с ним, я прохожу их так чисто, чтобы было. Ладно, бетку я пройду за кадром, включусь под конец, чтобы... Потому что перезапуску будет явно немало. А может с первого раза пройду, хрен его знает, но, по крайней мере, более сосредоточусь уже. Погнали. Еее! Ну клёво же! Кстати, да, как я и говорил, с первого раза есть шанс... Да в очко себе засуньте вот эту са... За бету! За бету! Миссию я получил саманная рама для люка! 5 штук! За бету! Понимаешь? Бета! Вот это я говорю, когда... Вот каждый раз, когда меня бомбит от чего-то и так далее. Они обосрали игру окончательно. О. Честно, вот кому... Вот... Не раз говорил. До Extinction, точнее, вместе с Extinction. Extinction, это самое последнее. Вот это что они должны были сделать. Все. Genesis, Genesis 2, это пришли те люди, которые решили, а давайте... Ну, дурачки же купят Genesis. Они купят пак. И мы на них еще заработаем деньги. Сделаем какую-нибудь хрень. И мы заработаем на этом деньги. Вот что я считаю. Ну, честно. Это, конечно, сугубо лично мое мнение. Но я не могу начать миссию. Почему-то я не могу начать миссию. Слышь, кусок говна. Это, конечно, сугубо мое личное мнение, но я считаю, что нормальными разработчиками назвать нельзя, которые придумали вот это все. Где? Вот за вот это говно, на которое у меня просто уже бомбит. Хорошо, что вы не слышали, как я на бетке бежал, матерился, дай боже. И дать 5 саманных... А, это в жопу все. Погнали, альфа. Попробую. 1-3, не больше. Ну, говно! Он просто не зацепил эту! Телепортировался и не зацепил ее! А, твою мать! Короче, получилась такая... С первого раза, если что. Получилась такая же фигня. А, в смысле? В смысле я дошел? Я дошел! Я дошел! Я дошел! Получилась такая же фигня. Он не зацепился за нее. Мне пришлось возвращаться. Я думаю, да насрать, включаю запись. Он дошел на последних доли секундах. А видели? 99 и сколько-то там было секунд рекорд. Твою мать. Офигеть. Подожди, там вроде бы дают ровно 100 секунд. 0,06 секунд. Да вы моргаете дольше, у вас глаза моргают дольше раз в... Ну, не в 10, раз в 5 примерно, чем вот то, сколько у меня осталось по времени. Офигеть. Вот разница, поскольку... Но здесь я через телепортацию использовал несколько раз, повезло, телепортировался, на бетке у меня там не повезло. На бетке там был тупизм, я там потерял несколько секунд, там где нужно было тпхнуться вниз, ну точнее
приземлиться, да твою мать, ты выйди из этого говна, блин, жму escape, он не выходит. Там, где нужно было, типа, приземлиться, ну, помните, вот этот дебильный момент, где меня, это, я говорил, на нем-то я и запарю. Я запомнил это место, я к нему цеплялся, на бетке я от самого низа зацепился, и меня просто откинуло. И я там потерял энное количество времени, ну, секунд 10, наверное, на возврат. То есть меня откинуло даже дальше, чем я ногами бегал. На альфе я прям сразу же зацепился. Плюс телепортировался в нужные моменты. И вот эта концовочка, это прям было. Я думал, все, какого фига. Думаю, ну ладно, сейчас-то я точно пройду. Нет, нет, мне повезло, я прошел. Это какое-то было безумие. Это было безумие, но, черт побери, я его прошел. Фух. Ладно. Для 2 часов ночи это нормально проходить. Ну и опять все текстуры замылились. Что там у нас? По миссиям осталось. По миссиям нам осталось только каноэ. Каноэ, каноэ, каноэ. Да, сплав по реке остался. А, не-не-не, секрет лампадогов еще остался. Must be after... Off before. Что за нахрен? Ну, это, наверное, я думаю, здесь, наверное, говорится про вот это вот время. Ну, это, короче, тупость. Ладно, бог с ним, тогда не по очередке пройдем, а пройдем тогда канойку. Ха-ха-ха. Короче, там разберемся, что будет потом. Томить поставлю, короче, на самый конец. Плюс еще там что-то пишут в комментариях, что нужно притомить обязательно жнеца. Плюс еще мне нужно будет выводить. Ладно, у меня сейчас 2 выходных, попробуем все сделать. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать мне, где же делиться моими видео с своими друзьями. Ну то все, всем удачи, всем пока. Всем счастливы, добра, всем пока.